Приморский район задолжал теплоснабжающим предприятиям. Как бороться с неплательщиками, за круглым столом обсудили поставщики и управляющие компании. Перевести дома на прямые платежи. С таким предложением поставщики тепла выступили перед собравшимися коммунальщиками и представителями районных администраций. У энергетиков своя статистика. ТСЖ и ЖСК платят исправнее, чем Жилкомсервисы. С частных лиц компании пытаются взыскать почти 3,5 миллиарда рублей. В настоящее время исполнительных листов, полученных на потребителей Санкт-Петербурга, у нас уже более 1,5 миллиардов. В конце этого года, либо начале следующего, исполнительных листов уже будет более 4 миллиардов рублей. Всего на сентябрь этого года дебиторская задолженность перед тремя основными теплоснабжающими предприятиями Петербурга составила более 14 миллиардов рублей. Лидеры по сумме долга – Приморский, Красносельский и Выборгский районы.